Верный путь, неверный путь. Путь наименьшего сопротивления. Путь на темную сторону. Дорога к счастью. Ну, вообще-то это не путь, но слово «дорога» тоже подойдет. Привет всем, друзья! Я составлял список всеразличных путей. Почему? Потому что о них говорится в сегодняшнем суперстихе. Прочитаем его вместе. Сегодняшний стих притчи 22.6 читаем. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Здесь Бог говорит, что родителям нужно научить детей идти верным путем. И тогда, когда они вырастут и столкнутся с трудностями, то будут поступать верно. Следовать учению Библии, а именно, любить Бога всем своим сердцем, разумом и душой, и любить ближнего своего, как самого себя. Бог показывает лучший путь для нашей жизни. Послушание Богу убережет нас от многих бед. И чем раньше мы узнаем о Боге, Святом Духе и Иисусе, тем лучше. Вы узнаете об этом, смотря стихи с Робиком и изучая Божье Слово каждый день. Хорошие новости в том, что никогда не рано и не поздно начать. Пусть Иисус будет центром вашей жизни. Следуйте Божьему пути и расскажите людям о Боге. Хотели бы вы узнать о верном пути больше? Загрузите бесплатное приложение «Суперкнига» сегодня же. Там есть веселые игры и бесплатные серии «Суперкниги». Лайкните и подпишитесь. Пока!